палатках, живут в палатках. Все лето гусей развели. Этот лодочка у них. По 9 килограмм. Так забавно, кричат по утрам гусики. Не, это понятно, нет, я говорю, когда закричали, то кто это орёт? Да. Я говорю, что это домашний гусь. Я говорю, ну как ты это знаешь? А в реке ветра нет, я сегодня так же был, вот я туда был там. Кстати, здесь сегодня увидел бревно такое огромное, как мы вчера на него не налетели ночью, понимаешь? Я его не видел вчера. А сегодня увидел, оно почти на курсе прям лежит, бревно. Вот реальная картинка на колоде в речке, блин. Это не тест. Да пойму, это все. Здесь бы хоть одну было. Стоим просто на месте. Прикольно, правда? А, слушай, Андрюха. О, пошло верховодка, пошла. Дофига, смотри, верховодка пошла, смотри. Ох, ебать, колотит. Сверху, прям под нами. Короче, Андрюха, 1.2, да это, смотри, вот туда, на выходе, там, где мы сейчас кружились, ямки, говорит, там встают, давай встанем, и на три разные блесны. Вот здесь надо вот. Вот, допустим. Вот здесь надо на удочку надо. Не знаю, навряд ли, конечно. Сейчас уже Петерков, Казанцев. Да, Юра. О, что такая там живет. Правильно ты говоришь, не клюет, а совсем. Что-то никак нам не удается. Пидрастет, придет. Сразу бзынь будет. Да? Выводить некуда, у нас тростник вокруг. Во, подлодка. Я только что выловил. Еще висит на крючочке. Вот он. Красавчик. Юр, ты леску подмотай, сюда сделай. Счастье, полные штаны. Тихо, только не громыхайте, по-моему. Говорит, она не боится, а вот любой тук поможет. Да, хуй. Мне просто кирпижа не хватило. Ты, ну, хули живет, живет. Есть, снимай. Ельчик, нет? А, плотничка. Плотничка. Живцовый как-то. Ну, счастливый. Давай скажи нам пару слов. Че, я рад. Счастливый обладатель. Живцовый. Рыбалки, да. Сейчас, может, на живца ее. Придет. Ну, как-то ты живешь, не знаю. Ничего. И нифига, да? Такой вжиг спортил. Такой кадр. Ты понимаешь, что он... Эх ты, ты. Так хорошо мягенько затянуло. Ну, его все вовремя сделал, да? Счастливый. Да, рука. Показана рука, размер подлещика. Да. Ура! Сидим, да. Ловим. Вот рыба какая клюет. Ждали девок. Я отметил себе. Ну, молодец. Молоточек. Молоток. Юрка, давай за это запечатлим.
О, не червя, видишь, червяк куда? Слышь, подними кружек, тут ты не влазишь вместе. Слышь, да, червяк, вместе. Смотри, мне жалуется, смотри, что, говорит, дурак, заснул, что ли? Смотри, меня, говорит, чуть не сожрали, видишь, куда уполз? Убежал, да, кверху. Червяк куда? Как говорится. Ну вот, наконец-то, да. Мачок целенький. И Юрка отметился у нас. О, приятно в руке держать. А то. Он уже не перди, блин. Похоже, что у него сосет. Да. А так или нет? Грамм на 300, наверное, да? Ну да, да, наверное, да, грамм 300 это... будет, да, наверное. Но это зимой не стыдно так уже, как волк. Да. Да нет, ты... Юрка занимается сохранением нашего плова. Вот сейчас мы увидим, что у нас сюда есть. Вот это да. Ты что, по одной рыбе что ли собрал? Нет, ну, естественно. Вот, вот это краснобёрка. Вот краснобёрка. Да, поверни, боком, боком покажи. Так. О, какая красота-то. А действительно красные перья, да. Глазки желтые, класс вообще. Да, желтые, видишь, желтые. Нет, вообще красного. А смотри, спина какая. И она же сама желтоватая вся, видишь? Красота. Она была золотистая, когда только вытащили. Красава. Смотри, морг побольше, полотвины. Да, морг, да. Перья, видишь, другая. Перья, видишь, красная, да. Цвет перьев вообще обалденный. Для красного. Ну-ка, покажите или нет? Ну, она же такой стал. Красавец, какой пятнистый. А вот голавль. Кто это? Голавль. Давно, кстати, голавля не видел. Хищник, видишь, что черный. Черный хвост. Черный вообще, да. А глаза черные, красиво. Видишь? На плотву похож, да? Да, обалденно, да. Но у него хвост черный. Он как торпедка и толще плотвы. Да, спина толще и рот, да, видишь, какой. Да, красивый какой, а? Перья, главное, вот эти вот. Ага, черные. Ними, задние. Да, я не чувствую. Нет, задние, вот, да. О-о-о-о-о-о. Обалдеть. Плотва и краснобел. Да, цвета сразу видно. Это гоже же такой елец. Да. Вот это видно. Она, видишь, как селедка, как салак. Только спина, видишь, какая широченная. А мы сейчас видели с Андрюхой или черную рыбу одну. Сейчас да. Это Юрка, это еще раз, это елец, да? Это елец. То есть разновидности у нас рыбы, видимо. 7-8. А щука-то есть будет еще или нет? А щука уже пошла в это самое, да. Ох уж. Блин, такие все ровненькие, такие мирные. Все сегодня есть тут. Ой, классно. Да, и вот это от духи рыба. Нет, шашлыка, курица. Да, это и шашлык каша. У нас здесь. Каша с тушенкой. Вообще красиво. Такая ложка деревянная торчит в мясе с кашей.